28 ноября 2021 года выборы депутатов Чогорку-Кенеша Кыргызской Республики. С 19 сентября по 12 ноября 2021 года включительно просим граждан уточнить себя в списках избирателей. Граждане Кыргызстана, проживающие или временно находящиеся за пределами страны, могут голосовать на избирательных участках в посольствах и консульствах Кыргызской Республики. Для участия в выборах необходимо проверить себя в списке избирателей. Каждый избиратель в день голосования с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 12 ноября, вправе подать заявление об уточнении данных в списке избирателей или заявление об изменении избирательного адреса в дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики с приложением копии паспорта гражданина, а при его отсутствии – копии общегражданского, служебного или дипломатического паспорта. При подаче заявления избиратель проходит биометрическую идентификацию. Если вы не проходили биометрическую регистрацию, можете пройти эту процедуру в посольствах и консульствах Кыргызской Республики, а в Кыргызстане – в органах Государственной регистрационной службы, в ЦОНах. Если у вас есть биометрическая регистрация, вы можете встать на консульский учет и автоматически быть включенным в список избирателей. Гражданам, ранее пребывавшим за рубежом, но на данный момент находящимся по фактическому зарегистрированному адресу места жительства в республике, необходимо обратиться в органы регистрации для снятия с консульского учета и актуализировать свои данные в паспорте. Уточнить себя в списке избирателей можно по номерам горячей линии 1255-119 или на сайте tizme.gov.kg. Каждый голос важен. Каждый голос будет учтен.